Всем привет, друзья. Иду в землянку. Порыбачу по пути. Попробую первый раз в этом сезоне порыбачить. Закину пару раз, может, что-нибудь поймается. Так, из меня такой рыбак. Так, удовольствие просто посидеть. Больше, что чем рыбу поймать. И дойдем до землянки. Посмотрим, как она у нас там. Месяца два, наверное, три не было, что там. Погодка сегодня такая себе. Ну, тепло, ветер просто. Уже километра три прошел. Замело сегодня ночью, капец. Сугробы. Идти тяжело. Ну, еще полкилометра, и уже до речки дойду. А от речки там уже, ну, тоже где-то полкилометра до землянки. Так что, ладно. Всем, кому интересно, приятного просмотра. Я выдвигаюсь дальше. Ну вот, и дошли до речки. Еще не знаю, лето креп, нет. Вроде как бы уже сегодня 3 декабря. Должен. Я там проезжал в одном месте, так рыбаки сидят прям возле воды на льду. Я-то не такой обезбашенный рыбак. Сейчас здесь краешку проверю, толщину льда. Ну-ка посмотреть, может, рыбаки сидят. Тут вроде никого не видно. И следов тоже. Ну, должен, в принципе-то. Сейчас проколпаем, посмотрим. Сейчас сперва здесь проколупаю, метра три от берега отошел, чтобы проверить. Если нормальная толщина льда, пойду дальше, отойду, там уже рыбачить буду. Надо бы ледобуром обзавестись. Я говорю, такой рыбак-то из меня еще. Так, любитель, но все равно зимой. Этот раз уже не смог продолбить топором. Это зимой сколько там? Сантиметров 50, наверное, промерзло 60. Хотя 50-60 сантиметров. Это так-то мало. Но зимы сейчас такие не особо холодные. Ой, простите. У вас попал тут. Где-то и метр, и два замерзает. Ладно, потом, может, куплю какой-нибудь такой маломальский, дешевенький, чтобы это, ну, так, пару раз за зиму порыбачить сходить. Я раньше-то хорошо занимался рыбалкой, почти каждые выходные там ездил куда-нибудь рыбачить. Потом начал резьбой заниматься, что-то рыбалку забросил. Потом избушки эти стал строить, ютубом занялся, и тоже на рыбалку времени не оставалось. Хотя, если вам интересно, можно и рыбачить, снимать. Пишите, кому нравится. Кто-то писал, что когда на рыбалку там. Не знаю, так много, многим нравится, нет, смотреть. Сейчас зима, до избы уже не так часто будем ездить. Больше чаще, наверное, землянка будет. До нее легче добраться. Снегоход был бы, другое дело. Ну все, продолбил. Где-то сантиметров около 20. Где-то 17, наверное. Плюс-минус. Но нормально, выдержит. МЧСники там говорят, что 15 сантиметров вроде уже можно ходить. У нас и на машинах уже такой лед ездит. Так что ладно, пойдем дальше, пройдем, посмотрим.
отошел метров 10 от берега. Попробуем сперва здесь. Но в этом году я уже практически рыбак. Купил даже черпак профессиональный. В прошлом году из фикс-прайса шумовкой вычерпывал. Попробую вот на такую кормушку. Ветер, конечно, не знаю, там по записи что получится. Ну, ловись, рыбка. Большая, еще покрупнее. Раньше-то я на летней рыбалке в основном ездил. Зимой как-то с палаткой бы, с печкой, другое дело. Что-то рыбаков здесь нету. Никому идти, наверное, пешком неохота. Сюда на машине не доехать пока что. Ну, отошел еще и на серединке попробовал, и поближе к другому краю. Что-то не клюет. То ли мормышка не та, то ли рыбак не тот. Пойдемте сейчас до землянки. Замерз уже, что-то ветер здесь. Вроде там дрова были. Погреемся, растопим печку. Переодену мормышку. Надо бы навязать побольше этих мормышек, чтобы быстро их переодевать можно было. Так, такой, что-то сегодня минус 15. На улице сидеть, переодевать. У меня они привязаны тут. Короче, дофига делов. Переоденем мормышку. Посмотрим, как землянка там. Попробую на глазик, там глазик у меня еще есть. И пойдем снова попробуем. Вроде должна клевать, если знать. Может, магнитные бури какие. Дед Мороз. Землянка стоит. Следов нет. Только животных. Посмотрим, кто-то там по землянке бегал. Замело ее. Маскировка высший класс. Каждым годом она еще сейчас обрастает этими папоротником. Вокруг тоже. Первый год-то, когда я ее построил, еще все вытоптано было. А сейчас снова все обрастает везде. И уже совсем ее не видно практически. Ну вот дверь у меня, смотрю, там что-то. Ага. Блин, дверь провалилась, походу. Тент. Поди, там уже кто-то живет. Леса какая-нибудь. Чьи следы здесь? Козлячьи вроде. Или зайчи. Зайчи. Ну, зайчи. Заяц прыгал. Зайцы живут в норах вроде как. Блин, где у меня труба-то здесь?
Дверь надо переделывать. Так, ладно, пойдем сюда. Вроде никого нету. Ну, здесь тепло, даже вода не замерзла. Уже не так сыро, как летом. Срач капец, конечно. Травишек мало. Ладно, сейчас затоплю печушку. Прибраться, что ли, маленько. Не помню, где у меня ножовка была. Здесь вроде оставлял. Ну да, на удивление тепло здесь. По-любому плюсовая температура здесь. Вода не замерзла даже. Хоть и дверь открыта была. Вот это плюс землянки. У меня еще на нее насыпано много всякой этой травы. Наверное, КамАЗ, наверное, целый. Но вот минус то, что она летом не дышит. На вытяжки какие-то делать, пробовать. О, нагревается. Дверь отошла. Перекосила немного. Вообще, железные печки мне нравятся. Тем, что вообще махом нагревается. Кирпичная, конечно, долго тепло отдает. Нужно ждать, когда нагреется долго. А так пришел с мороза. Так быстро не отогреешься. Как вот здесь железный. Все, вроде маленько прибрался. Почище стало. Новых зрителей много на канале. Сделаю обзор краткий. Землянки, может, кто не видел. Вот здесь вот все по-лесному. Никакого утеплителя нету, ничего не обшито нигде. Все из бревен. А то про избушку много комментариев было, что
Зря обшил, сейчас уже вид не лесной. Но зато вот, когда приходишь там, нигде нету ни мусора, ничего, потому что все везде обшито. Здесь вот приходится подметать постоянно. Сыплется с крыш, со стен. Как бы вы их не шкурили, все равно они будут осыпаться. И между бревнами это высыпается барахло. Такая печушка здесь у меня. Под кроватью не буду показывать, там бардак. Ладно, покажу там. Земля осыпалась. Тут кирпичи у меня. Какие-то тут отстроек. Отстройки остались, материалы. И вот ничего не выкидываем, вдруг пригодится когда-нибудь. Здесь работа, конечно, тоже. Вот здесь бы обшить. Сделать дверки. Ладно, попить чаю. Коврик бы туристический еще тоже. Вроде они недорогие, что-то никак не куплю. Здесь уже какая-то страшная эта лежанка стала. Я пытался ее помыть, и она еще грязнее стала. Как летом приходил, тоже прибирался здесь. О, уже тепло. На градусник, то есть неправильно показывает здесь. А, нет, правильно вроде. Ну, показывает минус 4. Но мне кажется, он не что-то это обманывает. Минус 4 не могла вода не замерзшая остаться. На обед кашка гречневая с говядиной. Разогревать не буду. Почему-то мне наоборот холодная больше нравится. Вот холодную кашу ешь и горячим чаем запиваешь. Намного вкуснее. Как-то я было пробовал ее разогреть. И не очень на вкус это. Не очень на вкус становится. Какая-то она такая холодная, намного вкуснее. Комарики тут зимуют в землянке. Кормышек всяких купила разных. Не знаю, на какую лучше всего клевать будет. Прошлый год рыбачил на какая-то, не помню, была одна. На нее хорошо клевал. Где-то я глазик покупал, попробовать на глазик. Еще бы этих мотылей там купить. Опарыши. Вот такой вот. Такой попробую. Или другую. Поярче что-нибудь. О, вот такая вот. Должна вроде как светиться немного. Тоже глазик. Но она вроде как светится немного в темноте. В воде. Наверное, деревянные изделия возобновим. Что-то я забросил с этим, с резьбой. Можно будет приходить в землянку так, с ночевой, на денек, на два, когда будет время какой-нибудь панно вырезать, нардишки какие-нибудь, может. Так, может кому-то понравится из вас, буду выставлять ВКонтакте, там ссылочки все будут в описании, ВКонтакте. Если кому-то понравится, можно будет заказать, приобрести. Раньше-то я делал нарды на заказ.
было время. Сейчас времени что-то особо-то нет. Раньше приходил сюда, помните, наверное, кто давно смотрит ролики с прошлого года. Жил тут, и неделями было дело, жил. Нарды делал, врезал, сидел. Потом ходил в город, отправлял. Нормально было. Вот так нарды думают делать мужикам. Нардишки заходят, любят поиграть. Женщины там какие-нибудь статуэтки женщинам. Эти панно. Украсить дома интерьер. Вот такие, кстати, искусственные еще мотыли есть. Не знаю, на них ловится, нет. Сомневаюсь. Мне кажется, на живые мотыли-то они шевелятся. Какой-то аромат у них есть. А искусственно что тут? Фигня какая-то. Еще раз приду. Крышки уже есть на первое время. Пока избушечка. Дверь, конечно, надо делать. Фигня это тент. Надо доски пилить. Или из бревен, наверное, тяжелое будет. Тащить сюда бензопилу как-то, доски напилить. Зашить ее досками. Заяц, наверное, провалился. Порвал тент. Ну, видно, след проходил посюда. Либо разгрыз, залез. Пошарился там, ничего не нашел. И убежал. Ладно, пойдемте, закинем еще пару раз. Да. Какая бы избушка в лесу ни была, страшная, гнилая, придешь вот так вот с мороза, печку затопишь, обогреешься. И она кажется лучше любых апартаментов. Много. Здесь открытое место такое. Сквозняк, можешь сказать. Надо палатку. У меня там есть палатка летняя. Хотя бы летнюю брать с собой. Рот замерз. Скулы замерзли. Так что извиняюсь за речь. Летнюю палатку хочу взять. Все равно ветра меньше будет. Там можно газовый баллончик там включить, все равно теплее. Ну, ничего,
Первый блин ком, как говорится. Посижу полчасика. Ну все, друзья, сезон зимней рыбалки объявляю открытым, хоть и без рыбы. Так, посидел полчаса, так ничего и не поймал. А, ладно. Главное, процесс. Воздухом подышал. Да, на первый раз пойдет. В следующий раз уже буду умнее, возьму палатку. Хоть от ветра будет защищать. Сходил, сопли поморозил. Ну, хоть вы знаете, что живой, здоровый. Постараюсь почаще снимать. Жду ваших комментариев, ваши мысли по поводу резьбы. Вот так проходить землянку, вырезать что-то. Монетизации на ютубе нету, там с ней есть, но гроши платят, копейки, то что рекламы нету. Поэтому кто-то мерч создают, продают. У меня вместо мерча могу вот заниматься резьбой. Пришел в землянку или в избушку, видеоролик поснимал. Ну, и вам есть что вас посмотреть. А то, что на вырезал, выставлять на продажу, все равно хоть какая-то копеечка на хлеб. И вам хорошо, и мне тоже. Ну, короче, пишите ваши мысли по этому поводу. Ладно, все. Сейчас пойду монтировать. Сегодня постараюсь загрузить. Всем спасибо за просмотр. Пока.